Всем привет! Еду вакцинироваться или чипироваться. Не знаю, не хотел вакцинироваться. Ну, принудительно учителей в школе обязывают. Говорят, плохо буду чувствовать после прививки. Прививка AstraZeneca. Как-то так называется. Может, что-то не дослышал, не знаю. Завтра думал тяжело потренироваться, но, наверное, тренировки не будет, так как пару дней должна быть температура. Надеюсь, все будет в порядке. В общем, валяюсь с температурой. С работы отпросился. Вчера было все хорошо до вечера. Вечером поднялась температурка 37,4. Ночью стало хуже. Встал в туалет, потерял сознание. Просто очнулся, валяюсь на полу. Это просто жесть. Болели все органы внутри, как-то крутят кости. Выпил таблетку от температуры, полегчало. Утром опять температура плохо, но уже немножко, конечно, полегче, чем ночью. Колят какую-то жесть. Сегодня утром в новостях узнаю, что скончался 19-летний парень от вакцины. Вчера или сегодня под Киевом. Студент. Поищу делать вторую. Кто делал уже, напишите, как вторая переносится, лучше или хуже. Просто вторую уже делать стрёмно. Ну, как-то так. Ну, все. На сегодня все. Пока.